Если бы я была бы Дедом Морозом, я бы построила большой дом исполнения желаний. Туда все могли приходить, и у всех бы исполнялись самые заветные желания. Я бы в каждый дом принесла удачу, радость, счастье. Я желаю в год свиньи много денег и любви. С каждым вдохом наслаждаться в год 2019. Позабудь про все тревоги, счастье встретить на пороге. Волшебство впустить в свой дом, чтоб царил достаток в нем. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Я вот задумался, если бы я был Дедом Морозом, то я бы сначала полетел бы в детский дом и подарил бы каждому подарки, покатал на санях, и потом каждому подарил маму и папу. Потом бы полетел в больницу к взрослым и детям. Вылечил их, подарил подарки и отправил домой. Исполнил бы добрую мечту каждого человека. Если бы я была Дедом Морозом, я бы писала в письмах всем детям, чтобы они никогда не забывали свой родной язык. Шура, хелень, юр, перчи, вешне кушара, язык не хель мучи, арчи не бая. Язык не хель мучи, арчи не бая. Правда красиво? А еще я бы говорила всем детям, чтобы они учили разные языки. Ведь это не только развивает память, но и помогает заводить новых друзей. Вот представьте, поедете вы когда-нибудь во Францию и встретитесь с настоящим французским Дедом Морозом. И начнете разговаривать на его родном языке.